Доброго времени суток, друзья! Очень приятно, что вам интересен мой канал Валентина Синема 2. Благодарю вас за ваши отзывы и лайки. Сегодня я вам расскажу, как строить свой бизнес. Все мы сталкиваемся с тем, что после того, как вы принимаете человека в друзья, в скайпе или в соцсетях, он вам начинает предлагать какой-нибудь проект. А многие удаляют таких друзей. Я предлагаю вам наладить с ними переписку. Потому что считаю, что именно эти люди, или большинство из них, ваши потенциальные партнеры. Почему? Да потому что большинство из них не умеет преподнести то, что они предлагают так, чтобы за ними вы пошли. Многие пытаются вывести вас на голосовое общение. Это самое важное в интернетном бизнесе. Но самая главная ошибка горя таких пригласителей в том, что они не умеют найти изюминку в том, что они предлагают. Я уже не говорю о спамерах, которые скидывают ссылки на регистрацию и просят просмотреть, их, на их взгляд, самую лучшую компанию. Когда таким спамерам задаю вопрос: «А что вы можете предложить мне, кроме того, что эта компания хорошая, и той ссылки, которую вы мне скинули?» Наступает пауза и стопор. Еще никто мне не предложил именно то, чтобы мне хотелось пойти за этим человеком. В этой ситуации главное выдержать паузу. И в конце концов человек соображает и задает в недоумении встречный вопрос. «А что еще можно предложить?» Пока вы не услышите этот вопрос, повторяйте свой вопрос после каждых нескольких его попыток рассказать о компании, какая она замечательная. Соглашайтесь с ним: «Да, замечательная. Но что вы все-таки можете мне предложить, кроме того, что она замечательная? И кроме своей ссылки на регистрацию в нее?» И в конце концов вы услышите этот вопрос: «А что еще можно предложить?» И вот наступил ваш самый важный момент. Теперь ситуация перешла в ваше русло. Теперь вы хозяин положения. Вы его внимательно слушали, он высказался. Именно сейчас он будет слушать вас. И в этот момент вы говорите: «Ну, я, например, помогаю строить партнерку для своих младших». Он вам говорит: «Тут можно без партнерки зарабатывать, ведь это инвестиционный проект». Сейчас модно приглашать в инвестиционные компании, потому как многие прошли обучение по финансовой грамотности и давят именно на это, что если не будешь инвестировать, то не заработаешь. Если раньше весь нет был заполонен на лозунгах «заработок без вложений», то сейчас уже в нете все поняли, что бесплатный сыр только в мышеловке. И все понимают, что чтобы заработать, нужно вложить хоть что-то. Как в банке. Положил под проценты и получил прибыль. Ну, идем дальше. Короче, предлагает заработок на инвестициях. Но перед этим он говорил, что есть и партнерская программа, а с ней можно заработать больше. Сейчас все в нете, какой инструмент ни возьми, все на инвестициях и плюс партнерка. Не встречала еще, чтобы партнерка не присутствовала, иначе бы вас не приглашали. Согласитесь. И вот тут вы говорите: «А я хотел бы и на инвестициях, и на партнерке, раз это выгодно». Ответ будет очевидным. Так вам и карты в руки. Приглашайте и зарабатывайте. Теперь ваш вопрос в лоб. «А вы можете построить сеть подо мной, чтобы я зарабатывал в этой компании больше?» Но то, что он вам ответит, обязательно нужно выслушать. Это будут очень интересные и даже поучительные ответы. После того, как он выскажется, можете сказать: «Да, я все это знаю. Это, конечно, все здорово. Я ищу как раз пару инструментов, где бы партнерка строилась сама без моего участия. Экономия времени, никаких заморочек, не нужно рассылать спам, покупать инструменты для рассылок рекламы. Проинвестировал и собирай пассивный доход с партнеркой вместе. У меня даже есть ролик, как строится структура без моего участия. Могу сбросить вам, посмотрите. Заинтересует — пишите или звоните, пообщаемся». После этого сделайте паузу. Неважно, что ответит вам этот человек. Согласится, чтобы вы выслали ролик — высылайте. Не согласится — не высылайте. Он с этими вашими словами будет день и ночь ходить и думать, как партнерка может строиться сама.
Он сутками рассылает спам, и хорошо, если за неделю пригласит одного или двух человек. И не факт, что после регистрации они проинвестируют. А ролик высылайте вот этот. Это и есть изюминка нашего инструмента. Представляете, сколько людей не умеет строить сеть? А тут такое чудо. Ни в одной компании нет такой партнерской программы, где не нужно напрягаться, а сеть можно выстроить тысячу и даже более человек за считанные недели. Весь секрет в том, что ее не нужно строить в одиночку. Не нужно искать партнеров, чтобы на них зарабатывать. И доказывать своим же партнерам, которых вы приглашаете, что они заработают, если будут много приглашать. Согласитесь, такое мало кто воспринимает. Если вам была полезная информация, ставим лайк, подписываемся на канал и присоединяемся в Skype-чат. Ссылка на него под роликом. Или обратитесь к тому человеку, кто дал вам этот ролик. Он заведет вас в наш чат для получения и передачи монетки. В чате есть правила, обязательно их изучите. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.